Масленичные гуляния пройдут в Сухом лагу 6 марта. Работники Дворца культуры «Кристалл» уже заканчивают последние репетиции. Проводы зимы на этот раз состоятся на городской площади. К участию в зимних забавах, как и в прошлые годы, планируется привлечь предприятия и организации городского округа. Катание на лошадях, веселые конкурсы и забавные аттракционы – каждый сможет найти развлечение по душе. Со сцены выступят творческие коллективы городского округа. Чтобы праздник прошел не только весело, но и вкусно, будет организована торговля блинами, шашлыками, горячим чаем.